Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы» и канал «Мать-героиня». Слушайте, ролик на канале «Мать-героиня» на превью трое, словно самые настоящие бедные родственники. Женя Б., Артем, Ульяна. И название ролика «Бедные дети. Как они пережили судный день». Громкое название, причем в ролике абсолютно об этом никакой речи и нет. Но сделан акцент на том, что был суд. И вот для чего, опять же вопрос, для чего Лёлька показывает чужих детей? Причем совсем недавно Женя бы говорил о том, что нет, он не будет выносить личное на YouTube. Он против того, чтобы показывать детей, снимать детей, чтобы на детях зарабатывать деньги. Ну, а сейчас мы с вами видим, что все очень быстро меняется у этих людей. Ради денег можно и потерпеть, можно и поменять свои принципы, можно так скажем, им изменить, да? Причем он знает, что у Лёли контент с ним заходит на ура. И сам едет сниматься и снимает Артема с Ульяны. Ну, дает, по крайней мере, на это Лёльке разрешение. И вообще, вы знаете, вот одного не могу понять. Вот столько Лёля вылила грязи на Женю Б., да? Столько раз его оскорбляла, ну а Женя каждый раз утирается и опять идет к ней на поклон, опять к ней едет. Высокие отношения, ничего не скажешь. Начало ролика: Лёля везет тетю Лену в аэропорт. Ну, собираются они в аэропорт. Лёля встретила Женю Б. с детьми, не успела их увидеть и тут же начинает интересоваться у Артема, у Ульяны, мол, как вам дом, заметили ли вы, что вот дом изменился, что сейчас идет стройка и так далее. Ну, это, знаете, вместо того, чтобы спросить у детей: детки, как ваши дела? Как вы себя чувствуете, что у вас нового, да? Далее оставляет Женю Б. на хозяйстве и дает ему ценные указания. Причем общается Лёлька с Женей Б. так, словно между ними не было абсолютно никаких разборок. Вот, ребят, знаете, хоть что, да? Я, ну, вообще не верю в то, что могут быть действительно такие отношения. Что можно день друг друга оскорблять, поливать последними словами, называть своего бывшего мужа Чикатило, а на следующий день спокойно приглашать его в свой дом, чтобы он там проводил время с вашими детьми, да? Без твоего, кстати, присутствия. Причем вспомните, как совсем несколько дней тому назад Лёля кричала на одном из стримов у тебя, утирая сопли и слезы о том, что нет, никогда больше я его в свой дом не пущу, ноги его в моем доме не будет, пусть сидит во дворе. И что мы видим? Приехал Женя Б., приехал он с детьми, да, и остался за главного. Понятное дело, что на улице холодно, и они не будут торчать несколько часов на улице. Понятное дело, что они все пойдут в дом. А также на том стриме Лёля кричала о том, что она терпеть не может Женю Б., что его присутствие, в его присутствии ее начинает уже трясти, и она его терпеть не может. Что мы видим? У них прекрасное общение между ними, да? И этого действительно не скрыть, это не какая-то игра, это действительно люди абсолютно нормально общаются. Нет между ними ничего, никаких негативных моментов, никакого напряжения. Дети тоже абсолютно нормально выглядят, все счастливы, словно они все живут дружно и хорошо, да? Это говорит о том, что Лёля действительно вполне себя нормально чувствует, и у них вполне нормальные отношения. И, кстати, друзья мои, даже в одном, значит, ну, не в одном из роликов, да, в разных роликах, и у Жени на канале, и у Лёльки на канале я заметила одинаковые комплекты постельного белья. Кто-то скажет: ну вот, Лёлечка подарила Жене Б. постельное белье, почему бы и нет, да, Василёк ей присылает на обзоры, да, бесплатно получается. Но, с другой стороны, мы же слышали с вами о том, что Женя Б. говорил, что Лёля не дала забрать им какие-то вещи, да, мол, что Лёля своего никогда в жизни не отдаст, да и потом, если между ними такие плохие отношения, зачем бы она давала постельное белье Жене Б.? Тоже хороший вопрос. В общем, непонятные какие-то моменты, да.
По мне, они живут с Лёлей действительно достаточно дружно, общаются. Лёля ему спокойно доверяет детей. Женя Б. Вот, честно, вопросов очень много. Каким-то странным, удивительным образом может позволить себе не работать. Ну, для меня работа в церкви – это не работа, это подработка, потому что там он получает копейки. А на его жизнь, да, на жизнь детей – нужны действительно большие деньги, учитывая тот момент, что у них двухкомнатная квартира, съемная, не стоит это забывать, да? Ее каким-то образом за какие-то деньги надо еще и оплачивать. Да, есть, конечно, алименты Кобляковой, но их не хватит на съем квартиры и на жизнь троих человек, да, в любом случае. Учитывая, что все-таки жилье съемное. Ну и вообще вот эти вот многие моменты, плюс говорили о том, что у Жени есть кредиты, которые также надо оплачивать. И если задуматься, да, то возникает резонный вопрос, откуда деньги? Да, я не удивлюсь, если они с Лёлей просто дурят людей, живут нормально, общаются вполне себе хорошо, а может быть и больше, да, а может быть действительно в их отношениях ничего не поменялось, просто разыгрывают перед зрителями очередной сценарий. Ведь что заходит в последнее время на Ютубе, особенно последнее время, это хайп-трешаки. Сейчас время фриков и тех, кто трешует, ну, в основной массе. Поэтому не удивлюсь, что все обстоит вовсе не так, как нам пытаются это преподнести как раз-таки вот эта вот парочка, да? Представила Женю Б. Лёля близняшкам, сказав им: «Прошу любить и жаловать». Можно, говорит, не любить, но жаловать. Видите, о чем это говорит, да? То есть посмотрите, как она его преподнесла. И абсолютно без подколов, да, она улыбалась, когда это говорила, но она дала им понять, что, мол, уважайте его, это вот отец моих детей и так далее. Причем так это сказала, что можно не любить, но жаловать, так, знаете, по-хозяйски, словно он по-прежнему ей принадлежит. Говорит, есть супчик, есть там еще что-то, девочки подадут. Ну, прям, знаете, барыня и холопы, да, уже привыкла, чтобы им уже даже подавали, уже даже самой не донести. Да, ну, тетя Лена прощается со всеми, обнимашки, целовашки, далее. Тетя Лена, видимо, я так понимаю, я смотрю на нее, а с Лёлькой накануне отметили все это дело, потому что на лице сразу все заметно. Слава богу, тетя Лена уезжает, потому что, если честно, ну, даже уже лично меня она начала напрягать, да? Приехав домой, проводив тетю Лену, смотрю, Сергей Петрович прям встречает Лёльку уже у ворот дома, да, чуть ли не открывает ей ворота, переживает за то, чтобы собака не поцарапала Лёлину машину, ну и строит Лёлечке глазки. Ну, а на улице далее уже темно, поздний вечер, стол, друзья мои, накрыт, на столе даже вот есть еда, да, в кои-то веки, ну, потому что есть помощница, соответственно, есть еда, все нормально. Все хорошо, девчонки-помощницы ухаживают за Вероникой, все усаживаются за стол, за столом нет никаких ни помощниц, ни Сергея Петровича, даже близко не видно, знаете, смотришь на это, словно это обычный вечер в кругу семьи, да, и все хорошо, никого не видно из посторонних лиц, даже не удивлюсь, что Женя Б, Артем, Ульяна остались у Лёли ночевать. Вот правда, впечатление обычной счастливой семьи, да? Лёля цветет и пахнет, у нее все хорошо. Вот честно, знаете, по мне многое действительно очевидно. Если Лёлька бы настолько ненавидела Женю Б, вот как она говорила, что вот я не могу, меня от него прямо трясет, да, я его ненавижу, я не могу в его присутствии находиться, она бы не смогла так сыграть, ну, правда, не смогла. По-моему, вот тупо зрителей разводят. Ну, а Лёлины обожатели в комментариях негодуют. Им очень не нравится приезд Жени Б с детьми, и они написывают, хватит уже приезжать за продуктами Жени Б. Слушайте, такую чушь пишут, как можно такое писать? Понятное дело, даже если он приезжает, дабы увидеть своих детей. И потом то, что Лёлька выдаст им, как говорится, излишки яиц, молока, еще чего бы то ни было, да? Ну и что? Неужели это так много, да? Дать детям, которым ты якобы относишься как к своим детям, которые называют тебя мамой, по-моему, полный бред. Но, с другой стороны, чего можно еще ожидать от обожателей Лёли? Ничего хорошего, да.
Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписан на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока.